слышу и слышать не хочу. С утра упала штукатурка. Слушай, заткните его. В мою удобную кровать. Соседи сверху два придурка. Я ненавижу так вставать. Да встала, взвесилась, о боже. Все те же 8-6. Я ненавижу это тоже. Сегодня буду мало есть. С утра умылась, наложила крем за 400 рублей. Ого. Пошла немного походила. Поубиралась на столе. Пошла, сняла излишки крема. Пошла, взглянула на часы. Пошла, обдумала проблемы. Надела лифчик и трусы. Полезно. Надела юбку и бретку. Блузон, сапожки. Нашла ключи, зашла к соседке. Пошла к автобусам потом. Одна коза на остановке сломала лаковый капот. Ага, вот так вот прошмандовка. Я ненавижу этих сук. Открылось 8 у окошка. Все те же сучки и до двух суют, суют свои платежки. Я ненавижу этих шлюх. В обед пошла, помыла руки, а убиралась на столе. И у начальницы, у суки, украла 70 рублей. Пошла домой, купила поночи. Еще неделя до страстной. Когда ж Господь со мной закончит? Когда ж закончит он сам?